А сейчас у нас одно из шоу «Плавательная собака». Не плавательная. Ну как, давай как-то придумаем интересное название. Шоу называется «Кукарача плавает». Мне написала Ляля, по-моему, написала мне, что Бонни, когда плавает, она похожа на какое-то страшное чудовище. Сейчас вы убедитесь, что это правда. Итак, чудовище начинает. Ой, слушай, она вообще сегодня красиво проплыла. Сегодня у нас что-то случилось, Бонни уже уверенно плавает. Очень красиво она проплыла. Она обычно вот так вот расставляла свои лапы. Вот так вот, как страшная кукарача. А ну давай еще раз. Давай, пловец, вперед. Давай. Ой, как молодец, какая молодец. Быстро как, смотри. Ничего себе. Она сегодня... Она научилась, молодец. Молодец, да. Ну не молодец, да. Она сегодня себя уверенно чувствует. Очень уверенно. Не делать больше, да. Она бросит: мама, пожалуйста, оставь меня в покое, да? Да. Она любит вот так вот сидеть с мамой в воде, да, или со мной. Садимся. Или на нымдосе мы плаваем, да? Садимся вот так вот и беседуем, да? Как за жизнь беседуем. Как дела у тебя, дорогая моя собачка? Ну что, все, всем пока. Итак, всем привет. Еще хочу показать, как Бонни вытирается после того, как она покупалась. Вот сейчас Бонни плавала, и теперь мы стелим такую ее подстилочку, полотенечко ее именно. И она вытирается. Фу. Мне не нравится, когда она мокрая, поэтому она вот так вот вытирается. Да? Так вот. Все, скажи. Ну вот она вот нам поддается, чтобы ей жарко, мы ее заставляем плавать чуть-чуть, мы ей мочим головочку. Вот так вот она любит вытираться. Ладно, Бонни, Бонечка, все, скажи всем пока. Так вот у нас собака любит вытираться.